Туристу из Саудовской Аравии, который прокатился на Мазерати по испанской лестнице в Риме, грозят серьезные неприятности. Итальянские власти предъявили ему обвинение в нанесении ущерба культурной и архитектурной ценности при отягчающих обстоятельствах. Римская полиция опубликовала видео, как автомобиль сворачивает на лестницу, немного проезжает вниз и останавливается. Полицейские выяснили, что машина принадлежит компании по прокату автомобилей. В итоге туриста задержали, когда он возвращал Мазерати в аэропорту Милан-Мальпенса. При допросе подозреваемый объяснил, что свернул на лестницу из-за неправильной команды навигатора. Он также сказал, что сожалеет об этом и готов оплатить ущерб. Ошибка водителя закончилась серьезным повреждением двух мраморных ступенек. Также осталось много сколов, царапин и потертостей. Мужчине грозит от 3 месяцев до года тюрьмы и штраф в размере от 1000 до 3000 евро. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.